Улица Героев Днепра, 59. Типовой девятиэтажный панельный дом, построенный в 1979 году. Придомовая территория зеленая и тенистая, относительно чисто. В доме 6 подъездов, входы в них содержатся в удовлетворительном состоянии, отремонтированы и опрятны, есть домофоны, рядом есть места для отдыха. Большая и современная детская игровая площадка, огражденный спортивный стадион. Рядом с домом можно припарковать автомобиль, но мест для парковки немного. Впрочем, поблизости есть охраняемая автостоянка. В ближайших к дому окрестностях несколько детских садов, гимназия и общеобразовательная школа. Во дворе круглосуточный продуктовый магазин. Через дорогу супермаркет АТБ. Состояние дома в целом удовлетворительное.